Последние штрихи. Традиционно масленичная неделя в Муроме завершится народными гуляниями и сожжением символа холода и стужи. А чтобы масленица по-настоящему была красочной, важно уделить внимание всем деталям в завершающих приготовлениях главного городского чучела. Подробности у Екатерины Задовской. Вот уже 15 лет подряд портниха Ольга Воронцова создает невероятно яркие образы для героини всеми любимого праздника – Масленицы. Главное городское чучело должно соответствовать не только определенным параметрам, но и не повторяться в своих нарядах с предыдущими зимними красавицами. То, что принесет. Это сам юбки, кофточки там всякие, даже и шторки. Вот что принесет. И я уже сортирую. Куда на рукавчики, куда на юбку, куда на кофточку, на платочки. Вот так вот получается модель. Фартуки обычно я яркие делаю. Посимпатичнее личико стараюсь сделать. Раньше чучело делалось безликим, ведь это просто образ уходящей зимы. Это сейчас стали рисовать соломенной даме выразительные черты лица и румяные щеки. В этом году на чучело ушло только 5 мешков сена. И теперь эта двухметровая зимушка-зима весит целых 115 килограммов. Согласно русскому народному обряду, все предметы одежды собираются из ненужного гардероба сотрудников. Солома же готовится заранее, в период летнего покоса на территории парка 50-летия советской власти. И уже в воскресенье результат труда организаторов сможет оценить каждый пришедший на праздничное гуляние. Сжигание зимнего чучела пройдет не на центральной площади парка 50-летия, а рядом со спортшколой возле мини-футбольного поля. Жители и гости Мурома, мы будем рады отпраздновать широкую масленицу вместе. Ждем вас 13 марта, уже в это воскресенье, традиционно на территории парка 50-летия советской власти. Начало в 11 часов. Развернется большая торговая ярмарка, выступят лучшие фольклорные коллективы города. На спортивной площадке пройдут богатырские забавы, детские эстафеты. Совсем скоро на этом месте установят главную героиню Масленицы. Во время праздничных гуляний символ зимы будет сожжен, и по народным поверьям к нам придет весна. Екатерина Задовская, Николай Молоденов, новости Муром.